Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Лысый Петр, и мы продолжаем проходить Skyrim. Так, я уж на самом деле-то... Так, стоп, наушники надо поправить. То у меня левое в правом, а правое в левом. Все. Вот так уж нормально. Кто там? Где? Он где-то... Сверху, что ли? А, вот ты где. На. Окей. Я прокачал, как бы, да, защиту. Но, блин, все равно как-то не очень хорошо действует. Но ничего, будем еще прокачивать. Неудачная защита тоже хорошо. Так, мы тут не взяли хилки. Кстати, насчет хилок. Надо поставить нам хилки тоже на... Так, а что у нас? Нифига себе, блин, сколько я набрал. Яд обморожения, слабый яд. Бешенство. Слабое зелье магии. Вот, слабое зелье лечения. Мне нужно поставить его. Угу. Запас сил, в принципе, не нужно. Ух ты, блин, столько всего крутого у меня. Просто жесть. Ну окей, самое главное, что я могу лечиться. Просто нажав на эту кнопку здесь найти и полечиться. Так, это у меня стоит. И все. Так, ребят, что вы тут делали? Пировали, да? Ха, классная шутка. Ну, реально, потому что у них еды здесь нет. Поэтому это и крутая шутка. А, блин, ошибся. Главное забрать еду. И можно будет ее есть. Кстати, да, я могу есть. И тем самым хилиться. И не нужно тратить мне мои хилки обычные. Ого, весит. Да ты чё, блин? Ну нафиг вас с таким весом. Хотя могу это взять и съесть. Прямо сейчас. Попробуем. Давно, кстати, не ели. Так что это будет нормально. 15 единиц. Ага. Рыба-убийца. Прикольно. То, что много вещей сейчас мы съедим. Во. Это тоже. Ну все. Так, куда... Вот видишь, как, блин, опасно со мной стоять. Просто хотел голову почесать, чуть не убил тебя. Так, вроде бы нам сюда. Я вообще уже запутался и не помню, что мы тут вообще делаем. Я помню, что мы когда-то спустились, и очень долго я проходил, что я решил уже сделать паузу. В итоге эта пауза затянулась на целых 2 дня. Так что я сейчас вообще уже ничего не помню. Так, надо отрегулировать. Бах, все. Так, вроде нормально. Лидия, чем это с тобой занято? Я так и не понял, основное здание ты или нет? Нормально. Может, еще где-то рукоятка есть? Не-не-не. Все правильно. Нужно просто внимательно посмотреть. Может, где-то еще здесь есть рукоятка. Да, вот. Даже не вставай. Давай. Не сработал. Сработал. Может быть, нельзя, чтобы подолго стояла у меня эта защита? Может, она резко, хоба, и типа, как бы защитился. Надо попробовать такую тактику. Потому что, возможно, как раз из-за этого у меня ничего не получается. Так, пацаны, ну ничего, у вас интересного нет. Лидия, это ты ушатал его? Если да, то мое почтение. А, во-во-во-во-во. Вот эта фигня. Говорю, что нужно просто быть внимательным. Вот так вот, детка. Тут у нас и зелье. Вау. Круто. Ты прикинь, у нас новое обновление. Офигенно, давно такого не было. Железные перчатки. Круто, круто. А что это такое? Зачаровать предмет можно. Ага. С этого можно снять.
А что, попробуем? Что, понятно, вот через магию. Ого. Так, ну ладно, это мы, наверное, продадим, да? Да, это лучше продадим. Или, блин, зачем нам деньги? Лучше, конечно, магию. Во. Предмет, который вы хотите уничтожить, значит... Ага. Во. А это продадим. Фу, офигенно. Так, давай посмотрим, что мы теперь можем... Навык. Повышение навыка иллюзии, регенерация магии. Магия становится на 20%. Давай. А. Угу. Ага, теперь берем предмет. Ну, давай, давай. Например, колечко какое-нибудь. А у нас что, смазка стоит, да, вроде бы? Давайте посмотрим сейчас, что у нас маска стоит. Если да, то мы сейчас ее зачаруем. Так, одежда. Да, у нас маска стоит. Давай сейчас мы ее зачаруем. Прикольно будет. Ой. Активируем. Так, тут мы все сделали. Камень души ставим. Регенерация ставим. Смотри. Это... Хотя мы можем, если что, будем еще менять. Вот, самое обычное кольцо. Нифига не весит. На, какое взять нам? Вот такое можно. Давайте самое дешевое, наверное. Или, блин, лучше подороже поставить. Давайте это, вот такое. Все, и создать. Сейчас 5 сек. Да. Ага. Так, смотрим, как оно у нас работает. На 1% всего. Ну, такое, конечно. А еще можно его зачаровать, чтобы типа повысить? Еще раз это. Это. Так, подожди, а где наше кольцо? Или нельзя еще раз? Серебряное кольцо. Блин, походу нельзя по 100 раз одно и то же делать. Давай там маску зачаруем, что ли. Всего на один. Нет, да, точно не буду трогать. 1% это слишком мало. Так, а я в итоге кольцо я надел, нет? Да. Ладно, пофиг. Странно это работает, конечно. Может, из-за того, что у меня камень души, типа, слабый, да, он маленький. А чем больше, тем будет больше, как бы, зачарования. Ну, потому что 1% это фигня, реально. Ну, ладно. Как есть, так есть. Погнали дальше. Теперь у меня есть на 1% магия. Будет больше. Так, пойдем вверх. Испорченные книги. Череп тролля. Вот это уже странно. Там, прикинь, череп тролля лежит. И что-то заморожением связано. С обморожением. Сейчас, походу, будет маг. Ого, где это мы? Вау, скелеты, наконец-то, блин. Оба. Ага, дурачок. Зачем ты это сделал? Очень смешно. Так, вот я читал лук. Скелеты просто разваливаются. Я так понял, что эти скелеты типа норд, только они очень старые уже. Поэтому все разваливаются. Тут даже мумия лежит. Ой, блин. Оп. Ага. Промазал, да? Бред. Нормально, да?
Я там сундук видел. Вот он. Зачем вы мне шлем, пацаны, пихаете? Он мне не нужен, ребят. Он мне не нужен. А вот это я не откажусь. Стрелы, это классно. А ваш лук мне нафиг не нужен. Это не сбивается? Нет. Потому что у меня охотничий лук. Это самое классное. 75 стрел, все, можно идти на троллей. И просто устраивать им мясорубку. О! Мог ты меня целиться. Здорово. Просто развалился. Это что? Друг, ты там еще целишься, да? Тогда я иду к тебе. Не понял. Блин, наушники так неудобно держатся. Пацаны могут сухо слететь. Лидия, ты там как? В порядке? Эй, ледок. Что у нее происходит? О, здорово. Не теряйся, блин, тут. Давай входим, посмотрю, что здесь внизу сначала, а потом уже пойдем вверх. Как ты думаешь? Нормальный план? Интересно, а на скелетов хорошо магия действует? У них нет же ни плоти, ничего, просто обычные кости. Блин, да что не так с наушниками, не пойму. Блин, они зацепились. Ну, 5 сек, сейчас. Пусть... Бляха, мух. Вот, блин, что с теми наушниками. Где моя... Лидия, подай. Лидия. О, во. Поднял. Блин, где? Я на твоей стороне. Что случилось? Ни хрена себе, я снес ей здоровье. Извини, здорово, привет. Так. Фух, блин, я и запись еще забыл отключить. Офигеть. Прикол, да? Я Лидию бахнул и снес ей столько хп. Так. Не обращать внимания, я какую-то фигню сейчас что-то делал. О, новое слово, вау! Круто, да? Может, здесь проход какой-то есть? Да, я просто... Привет! Вот тебе и золото. Камень, душ, отмычки. И ничего ценного. Так, а что там со словом у нас связанным? Посмотрим. Угу. Это что? Статы изменяют вашу форму так, что вы не можете причинить вред кому-либо. Перезарядка. Ага, то есть, блин, я его как бы изучил, но не изучил до конца. Свет свечи. Во-во-во, вот это надо. Так, как это поставить? Во. И ярость берсерка поставим тоже. Так, обморожение. Давай, тоже поставим. Цель не обращается объект, к сожалению... Что-то понять на очки здоровья и запасы сил. Так, ну это как-то фигня. Ну окей. Прикольно угадал с ним водопадом. Это, конечно, было очень интуитивно как-то, но... Прикольно. Блин, Лидия, ты так бегаешь прям под руку. Так хочется нечаянно ударить тебя. VR это еще легче сделать, чем кажется. О, там еще сундук, смотри. Это мы неплохо с тобой зашли. Правда, в сундуках никакой интересной штуки нет, просто всякая фигня типа 18 золота. Ну это, блин, ну камон. Кому вообще нужно 18 золота? Ого. Тут еще и труп. Че они все мертвые, не пойму? Лидия убивает, что ли, их все? Че они тут валяются все? Спрячем меч.
То есть молот. Интересно, сколько здесь максимум может быть урона? Там сотка или 200? Я помню, как-то раз смотрел прохождение Скайрима, и там у чувака были такие мечи, типа ледяной, как будто у джедаев. Потом, блин, еще там какая-то змея ползала по мечу. То есть вообще вот такая жесть там бывает. Бежишь? И надеюсь, мы тоже сможем такую всякую фигню сказать. Главное не тупить, не просто типа бегать, там покупать оружие какое-то рандомное, а вот именно там заниматься алхимией, изучать, изготавливать. И тогда, мне кажется, можно что-нибудь прикольное сделать. Почему бы нет? Вау, прикинь. Смотри, стреляет. А тут у нас загадка. Блин, куда ты стреляешь там? Привет. Бал по голове, дурак. Ну, как-то так. Обожаю подземелья, блин, этих скелетов убивать одно удовольствие. Нам так много золота, ой, то есть лечения дают. Мне кажется, что будет что-то интересное. Брик. Так, и что это? Такую загадку я не знаю. Ага. Тебе надо что-то угадать, что ли? Раз. Два. Три. А, типа на скорость? Так, смотри, Лили, что мы делаем. Я беру... Не-не-не, во, вот эту штуку. Так, смотри. Ой-ой! Ой! Чё я сделал? А, не, нормально. Блин, Лидия. А я не могу там протянуться никак? VR, помоги! Нет, так не работает. А, тут. Смотри, смотри, смотри. Вы это видели? Тупо VR стайл. Блин, это, конечно, читерство, ну ладно, мне пофиг. Заходи, Лидия, быстрей! Бадура, блин. Злась! А где тут? Ну, наверное, что ли, Лидия? Я не вижу. А могу еще ближе подойти? Блин, телепортирует, зараза. Ой, нифига себе, подошел как близко к телеку. Так. И что теперь мне делать? Ну ты, блин, как не счастеришь, ладно. Возвращаемся. Так, Лидия. Прикол не сработал. Пробуем еще раз. Не мешай, главное. Блин. Поздно. Давай еще раз. Ща. Давай, нужно отдышаться. Ох, давай. Готовы? Ха, вы готовы? А какого фига? Ясно. Прикольно. Вот опять, что за фигня? Я успел пролететь бы. Алло. Ну как бы я пробежал без читерства, без всего. Ты что за хрень? Дурное у меня предчувствие. У меня тоже, кстати. У нас уже, кстати. У
меня как бы спутник уже устал, надо будет его отпустить после этого здания, да? Потому что, блин. О. Ой, блин. Ой-ой-ой. Беги, блин, Лидия. На, блин, на. На. На, блин. Красавчик. Лидия Моцарелла просто. А это можно смотреть? Ладно. Так, а что у вас? А, ну у вас этот яд. Ага. Так, ну что ж, Лидия. Давай-ка мы сохранимся по-быстрому. Да, нужно засейвиться. Ну давай, блин, Вот так вот. Ладно, не буду ее мучить. После этого здания я точно отпущу. Хоп, и мы что-то открыли. Первый раз вижу что-то подобное. Нифига себе, да? Ну это хотя бы не какой-то монстр. Давакин, нам нужно поговорить срочно. Отправляйся в таверну «Спящий великан» в Ривервуде. Сними комнату на чердаке, и я встречу тебя, друг. Окей. Комната на чердаке. Ну ладно. Я так понял, нужно, может, зачаровать эти ожерелья, всю эту фигню. И будет классно. То есть у нас 10 пальцев, это можно 10 колец, одно ожерелье, еще какую-нибудь фигню там. И, короче, просто сделать себе супер офигенного персонажа. А потом еще больше прокачивать, брать новые кольца, еще больше. И вообще просто, блин, мы можем такое вытворить. Но это все, конечно, впереди. Так что пока что кольца собираем. Не будем их тратить. О, золото. Монеты, монеты. Золото, 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 золото. Ха. Золото. Камень. А зачем мне и так много железа? Слабое зелье. Ничем. Ну что ж, погнали. Нифига себе, кто-то вообще проделывал такую дырку здесь, интересно. То есть я, блин, прошел все это подземелье ради того, чтобы просто найти записку и узнать, что мне нужно идти в другое место. Блин, а вы приколисты в Скайриме, конечно, ребят. Умейте время, блин, мое расходовать. Хо! А если бить этой острой... Ой, блин. Острой стороной это будет как-то больше урона или столько же? Это вообще, типа, все равно. Тайный проход. Подожди, а что здесь было уже, что ли? Да! Вот что за проход. Угу. Прикольно. То есть я сейчас вернулся в начало. Да, вот смотри, в начало. Тут мы были. А пришли мы отсюда, что ли? Получается. Или откуда? Или отсюда все-таки? Или отсюда? Ой. Да, видимо, правильно иду.
Да, да, да. Все правильно. Так, ну, по-любому это все уже обследовал. А, точно, мы здесь видели этих фанатиков, которые что-то здесь пытались добыть. То есть что-то здесь странное происходило на самом-то деле. Вот, да, мы здесь тут всех раскидали с Лидией. Ага. Еще здесь миссия поблизости, так что мы туда дойдем, наверное, а потом уже Лидию отпущу. Потому что сейчас отпускать и саму идти как-то, ну, не прикольно на самом-то деле. И шаровать и через лес, блин, да, через великанов домой тоже как-то не по-человечески. Дойдем до города и в городе отпустим ее. Все, можешь меч прятать. Просто в какую-то яму спустились. Так, нам теперь туда. Так, я тут. А мне куда? Показано оттуда. Показано вообще сюда. Угу. То есть, если я пойду, я буду сейчас идти очень долго, да? Да, вот туда аж. Не-не-не-не-не-не. Это слишком. Давайте возьмем другое здание. Так, карта местности. Еще разобраться с этой всей фигней. Блин. Так, а где у меня, блин? А, вот квадрат у меня. Так, журнал. Вот задание. Встретиться с тем, кто забрал урок. Нам сюда, да? Или драконы рожденные? Вот. Блин! Как что нажать надо? Крестик. Где крестик? Вот сюда. Ривервуд. Ну что, погнали? И как раз сейчас Лидию мы отпустим, чтобы она смогла отдохнуть спокойно. И всякую фигню продадим. И выполним задание. Я думаю, это классно. Четвертая эра началась 200 лет назад, когда Мартин Степин пожертвовал жизнью. Окей, ну что ж, я тебя здесь, наверное, отпускаю. Я Лидия. Тебя прикрою. Что ж, если давай, вдруг понадобится, пока. Я буду дома. Отдыхай. До дома тебе еще далеко, ну что ж. Что бы это значило? Возвращение Девакина? Да. И кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести? Я, в принципе. Так, и нам сюда. Таверна «Спящий великан». Вот, да, все, мы сейчас идем, не знаю, вроде бы не по сюжетке, а по дополнительному зданию. Ну, в принципе, ничего страшного. Вот. Что ж. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. На чердаке. Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака. Но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. К нам сюда, в Ривервуд. Не часто гости наведываются. Здесь выход. Мне сюда, правильно? Да. Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Все, ложимся спать. Давай столько отдохнем. Все, как бы легли мы поспать. Сейчас просыпаемся. Какой-то. Значит, ты Девакин. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. То есть ты меня, что ли, позвала? У
У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Хорошая жизнь у тебя, чувак. Теперь можно поговорить. Ого. Да тут целая... Блин, я не знал, что в этом городке даже такое есть. Как бы свои подземелья. Ага, и что у тебя тут? Блин, как же интересно все-таки. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Так, прошу прощения, у меня начнется встреча с другим человеком. Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира. Что это за шпионские игры? Предельная осторожность и осмотрительность. Всюду шпиона Талмора. Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талморцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Да, мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением дракона. Но сейчас это не важно. Важно то, что ты, быть может, и есть Довокин. Если не доверяешь мне, глупо было приходить сюда. Логично. Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну да. Что? Ты сможешь поглотить душу дракона? Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Я знала, что седобородые пошлют тебя туда, если подумают, что ты Довокин. Они очень предсказуемы. Увидев тебя здесь, я поняла, что тебя прислали седобородые, а не талморцы. Мы помним то, что многие забыли. Только вы можете окончательно убить дракона. Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы. Убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Ты вернешься. Если ты и вправду Довокин, то такова твоя судьба. Что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Ой, к потолку поднялся. Если ты и вправду Довокин, то такова твоя судьба. Я думала, ты догадаешься. Кто добыл для меня карту в храме Ветреного Пика? Драконий камень — это карта древних захоронений драконов. Я посмотрела, какие из них теперь пусты. Картина совершенно очевидна. Ну окей. Так что? Что вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить это. Куда мы идем? Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить.
Пойдем. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Окей, тут какие-то книги лежат. А, такой, может, читали, кстати. Ого. Так-то лучше. А ты быстро. Пойдем по дороге в рощу Кин. Погнали. Да, не вовремя я, конечно, напарницу отпустил. Нам сейчас еще не помешала бы одна сила. Ну ладно, что уж. Мне кажется, мы и так справимся. А она пусть отдыхает, бедная. Итак, эксплуатировали ее по максимуму. Ты идешь там или как? Гоу, гоу, гоу. Нифига у тебя, блин, снаряга, конечно. Нормально так выглядишь. Роща Ким там. Можем пойти вместе? Или разделиться и встретиться там, как хочешь. Конечно, серьезно. Раздобудем немного меха, веток. Пошли вместе. Так, роща... Роща, это прикольно, конечно, но куда нам идти нужно? Давай посмотрим. Вот сюда. Вернуть урок. А, то есть у нас есть выбор, да? Мы можем вернуть урок. Или мы потом вернем, в принципе, почему бы нет. Блин, так нам маршировать туда. Ни хрена себе. Что ж, блин, дорогая, нам придется идти, блин, да. Много. Ну что ж, ладно. Погнали, раз надо. Главное, чтобы у меня запись не шла больше 60 минут, иначе видео не смогу выпустить. Вот в чем прикол. Ну что ж, как по обычаю, будет что-нибудь интересненькое, я включу запись, потому что просто так гулять и молчать, ну, не очень-то прикольно. Да и довольно-таки я часто включаю, потому что что-то интересное постоянно происходит. Мир-то живой все-таки, песочница-то прикольная. Какого фига? На меня имперец напал. Это плохо или хорошо? Я думал, что я за империю как бы, ну... Сейчас я не понимаю. Чё-то, блин, с ней не так. Какого-то фига на него нападают. Имперцы. И это как-то подозрительно. Кстати, я еще волка убил, он там валяется. Ну, это ладно. Вот наш город, кстати. Там, где я Таном есть и буду. Кстати, пока я шел, заметил, что, видите, я кольцо надел, как бы, вот оно у меня есть. Прикольно, да? Да. Так, мы тут шли-шли, я какую-то фигню только что увидел. Чего? Чё это за хрень? Ух ты, ни хрена себе! Это чё такое? Атронах? Чё за нах, Атронах? Офигеть, блин. Это ты его вызвал? Ведьма. Нифига себе. Вот так поворот. Тут я решил рыть, потому что... Ух ты! Ушли. Нифига она сильная. А, так, я включил здесь, потому что мы здесь еще здесь ни разу не были. И очень интересные... Нам лучше продолжить путь. Такие тут фрагменты классные. Можно прикольно полюбоваться. Действительно, очень красиво все сделано. Просто изучая мир, как будто это наш реальный мир. Правда, гуляешь здесь, смотришь. И вот у меня реально бывает такое, если я поиграю больше часа в эту игру, я потом снимаю очки, как будто, блин, где я? Я так привык к этому миру, что уже не хочется возвращаться как бы в обычно. Я как будто в САУ. Так, нам нужно убить несколько бандитов. Привет. Это платная дорога. Раскошеливайся. С тебя 200 золотых, если хочешь пользоваться нашей дорогой. Ты просто меня пропустишь. Ха, смело болтаешь.
Да. Только мы твои кишки скоро на дерево намотаем. Ну тебя капец. Зря, зря. Это было очень опрометчиво. Я забираю твое золото, твои кишки и все остальное. Вот как это делается. Да ты молодец. А, то есть нам-то идти не нужно, да? Окей, да? Ладно. Ничего, зайдем туда на обратном пути. Скрывай свою магию. Никто не должен знать, что у нас есть тузы в рукаве. Они просто офигеют, когда я их магией свою бахну. Блин, я забыл, что я давакин и могу шарать на них. Вообще этим не пользуюсь. Ты чё, охренел? Смотри, какой-то паук тут, блин, быкует на меня. Ты чё, дорогой? Морской паук. Ни хрена себе. Блин, а если я стрельну сюда этой магией, будет ли свобода действовать, не дай проверим. Не, не настолько проработанная. Ну ладно. Ты как там, в порядке? Погнали. Так, я тут немножко решил поработать киркой. Блин! Черт, тебе придется выкидывать всякую фигню. Блин, мне пришлось выбросить кирку. Теперь я не буду майнкрафтером, но зато я смогу двигаться. Ну, как-то вот так, в общем. А тут я еще, кстати, шел и вот видел какую-то вот... Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Да? Куда идешь? Я не буду говорить, с кем попал. У меня ответственное дело, знаешь ли. Ну ладно, пока. Пофиг. Слишком ты какой-то мутный тип. Давай. Не буду убивать, кого попало, потому что вдруг нам еще когда-нибудь пригодится. Мало ли. Убить людей мы здесь мы всегда успеем. До реки и пойдем вдоль нее до Винхельма. Там повернем на юг, к Рощекин. Какой-то тут форт нашел, но это походу враждебный. Ну ладно. Еще увидимся, понятно, блин? Так, кто-то тут нападает. Какой-то ассасин. Ну, он оказался, ну, такой себе. Так, посмотрим. Стальной меч, кинжал и метис берем. Ого, золото и отмычка. Так, так, так. Посмотрим. Свитки, книги. Члена культа. Так, это не то. Письмо друга. Члена культа. А, вот это, наверное, есть, да? Так. Садитесь на корабль, чтобы... Драгнорожденный, известный под именем пленники. Убейте эту тварь, пока она не попала на Солстейм. Сделайте это, и Мираг будет вами доволен. Чё? Не понял. Меня кто-то заказал. И не один, а походу их много. Ты об этом знала? Тебе что-нибудь нужно? Где? Что такое Талмар? Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Нет худшего врага для людей Темриэля. Империя еле пережила последнюю войну, и Талмар не собирается проигрывать следующую. Мы помешали их планам в прошлом, а у них долгая память. Ага. Пошли. Нам прикольно. Так, ладно, давайте мы сейчас прокачаем уровень и, думаю, с вами будем заканчивать. Так, возьмем, пожалуй, магию. Так, и что прокачаем? Давайте прокачаем блокирование. По приколу. Все, теперь мы сохраняемся. И продолжим уже в следующей серии. Ну все,
С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.